По заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, правительство собирается сократить субсидии на ценообразование бензина. Такая мера происходит впервые за 20 лет с целью поддержки экономики страны. Повышение будет значительным. Например, сейчас литр бензина в Венесуэле стоит примерно 1 цент, а поднимется он до 95 центов. Правда, 91-й бензин обойдется примерно в 6 раз дешевле 95-го. Доходы с новых цен на бензин пойдут на борьбу с экономическим кризисом. Мадуро также объяснил, что новые цены вступят в силу с 19 февраля.